Многие родители сталкиваются с такой проблемой, детки отказываются есть овощи. А ведь без них никак нельзя. Я нашла выход из этой ситуации, замаскировать их и добавить в любимое блюдо. Попробуйте. И вам я тоже предлагаю узнать о том, как приготовить говяжий тефтели с брокколи. Принцип создания блюда прост. Отдельно варим овощи, превращаем их в пюре, а потом соединяем с фаршем. Вкус и цвет изделий не выдаст, что в них есть брокколи. Они отлично сочетаются с макаронами и сливочным соусом. 1. Для начала нарвите батон и замочите его в молоке. 2. Брокколи отварите в кипящей воде 10 минут. 3. Когда брокколи остынет, соедините его с хлебом и молоком, рикоттой и чесноком. 4. Поместите ингредиенты в блендер или миксер. Измельчите их в пюре. 5. После этого пюре перемешайте с фаршем, натертым сыром, яйцом и солью. 6. Затем формируйте из фарша тефтели и обваляйте их в муке. 7. Далее форму для запекания смажьте маслом. Выложите в нее изделие. 9. Выпекайте изделие 30 минут в духовке при 200 градусах. Приятного аппетита!